Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Они решительно и упорно стремятся к намеченным целям, проявляя при этом завидную твердость характера и несгибаемую волю. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Больше всего эти люди мечтают о спокойной и удобной жизни в окружении семьи и друзей. Кроме того, они хотят оставить о себе хорошую память, как о людях, которые стремились принести счастье другим. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. От душевного мятежа многие приходят к религии. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Впадая в гнев, они зачастую становятся неуправляемыми, фанатично защищая свои взгляды и принципы, поэтому не стоит доводить их до точки кипения. Представители этого имени уравновешены, честны и готовы прийти на помощь. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Иногда эти люди бывают излишне мелочны. Обладатели этого имени гостеприимны, их дом всегда полон друзей и знакомых. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.